Я расскажу вам историю про девочку всего с дюйм роста. Эта крошка была такой смелой и настойчивой. Женщина посадила зерно, бережно ухаживала за ростком. Вскоре распустился большой чудесный цветок. На вид это был обычный тюльпан, но в самой чашке на зеленом стульчике сидела крошечная дочь. Дюймовочка была милой. Ласточка стрелой взвелась в небо и полетела над темными лесами, над синими морями, высокими горами, покрытыми снегом. И вот перед ее глазами уже появился город, спрятавшийся среди изумительной красоты цветов.